Профсоюзные правовые приемы 29 листопада пройдут у сельских населенных пунктах и агрогородках. Правовые инспекторы працы Федерации профсоюзов Беларуси наведают регионы и окажут громадянам бесплатную юридичную допомогу. Юристы проконсультуют по питаниях, связанных с обороной працовных правов и социально-экономичных интересов. А в пятницу 30 листопада в регионе пройдет доброчинная акция, примеркованная до Дня юриста. Ее поддерживают нотариальные конторы и бюро нашей области. На протягу працовного дня можно будет отримать консультацию по питаниях, которые уваходят в компетенцию нотариуса, оформление спадчинных правов, складание завещаний и шлюбных договоров. Отримать бесплатную консультацию у этот день так само можно будет у публичном центре правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке имя Ленина. С 17 до 19 годин прием проведут нотариусы, специалисты Головного управления юстиции и областной коллегии адвокатов.